Видео представлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами решим задание из учебника «Математика. 5 класс. Никольский», номер 757. Какую дробь называют несократимой? Приведите пример. Итак, дробь называют несократимой, если ее числитель и знаменатель не имеют общих простых делителей. Например, дроби 1 вторая, 3 четвертых, 5 седьмых, 11 восьмых – несократимые дроби, так как числа 1 и 2, 3 и 4, 5 и 7, 11 и 8 не имеют общих простых делителей, то есть являются взаимно простыми числами. Вот и все, на вопрос мы ответили. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментарии к этому видео. И не забывайте заходить в наши группы в социальных сетях. Спасибо за внимание, до встречи в следующем видео.